Сегодня проходит всеукраинский турнир по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяги и подъему на бицепс. Это турнир, который изначально не входил в календарь соревнований Федерации РАВ 100% в Харьковской области, но мы приняли решение все-таки сделать для спортсменов небольшой спортивный праздник, учитывая, что вынужденно все отдыхали в течение 3 месяцев. Но, тем не менее, самые сильные, самые стойкие сегодня на помосте сражаются за медали. И я хочу сказать, что в каждой весовой категории, в каждой возрастной категории наблюдается напряженная борьба. Эти медали не достанутся никому просто так. Поэтому довольно интересно наблюдать за развитием событий во всех дисциплинах. Также хочется отметить тот факт, что с каждыми новыми соревнованиями у нас становится все больше спонсоров. В этот раз к нам присоединилась компания «Агромол» впервые. Отдельная благодарность также хочется выразить фитнес-клубу «Gym4Fit» и Чанцевой Юлии. Компания «Солнышко» также предоставила свои подарки для победителей в абсолютном зачете. Стоматология «Корона Дент» традиционно выступает нашим спонсором. Поэтому всем огромная благодарность за то, что не оставляют спортсменов без подарков. В связи с карантином, конечно, пришлось выбрать соревнования эти. Я знал, как бы, что они будут проходить здесь, поэтому по датам как раз все хорошо подходило. А там посмотрим, потому что, так как может быть вторая волна, так скажем. Поэтому эти соревнования идеально для меня подходят. Соревнования для меня, ну, как этап на зиму, подготовиться лучше. Как бы, проходящий, так скажем. А там посмотрим, как бы. Федерация РАВ 100% выступаю впервые. Организация мне нравится. Все как бы для людей, так скажем. Хочу выразить слова благодарности Федерации РАВ 100% Петру Тищенко. Моя цель на соревнованиях, как бы, вернуть свое. Вряд ли, что как бы я что-то улучшу. Как бы. Лучший был 240 джим. Ну, как бы, надеюсь, что около этого пожму сегодня. Наш фитнес-центр Gym4Fit на Одесской рад приветствовать участников турнира РАВ 100%. Наш центр уже не первый раз принимает такие турниры. С Федерацией РАВ 100% и Петром Тищенко мы сотрудничаем давно. Наше сотрудничество довольно плодотворно. Всем участникам желаем новых рекордов и прежде всего здоровья. Сегодня принимаем участие в Федерации РАВ 100%, организованной Петром Тищенко. Приносим ему свою благодарность. Также приносим благодарность своему тренеру Чанышеву Владиславу. Пауэрлифтингом занимаюсь 1,5 года. На сегодняшнем турнире моя цель – побить личные рекорды и занять первое место. Сегодня я принимаю участие в Федерации РАВ 100% Павла Павлитина, президента Федерации Тищенко Петра. Федерация очень классная, соревнования на высшем уровне, выступаю неоднократно. Сам уже занимаюсь порядка 17 лет, являюсь мастером спорта международного класса в троеборье, в становой тяге. Всем желаю здоровья, занимайтесь спортом и будьте счастливы.